Суббота. Вот такие очереди за билетами в кассы в Питере. Одна моя Саня умная стоит через аппарат, оплачивает. Дикая женщина из Крыма в метро. Очень глубокое метро. Это метро Дыбенко. Мы едем в центр. Это новый выход, построенный из метро. Раньше его не было, но все равно он под старину. Картиночки такие старинные. А, это то есть я здесь с тобой не была, да, на этом выходе? Сейчас посмотрим. Ну вот, привет, Питер центральный. Бабушки торгуют чем угодно. Слушай, прям как в 90-е. Слушай, год назад с лишним та же бабушка продавала этот театральный бинокль, и она опять с ними стоит. Ага. Прям вон еще одна с театральным биноклем. Слушайте, ужас какой-то. Все на улице. Так, музыка тут, конечно, которая не нужна мне. Так, идем мы, мои дорогие, такой рынок Апраксин двор. Ну, понятно, местные это знают. Что это за место? В самом центре города. Там снимался фильм «Брат». Когда там немец торговал часами. Но там китайцы, там, ну, все национальные меньшинства, которые есть. Продают там все, от иголки до ракеты. Вот, сейчас посмотрим. Мы идем в магазинчик. Там есть магазинчик по оптовым ценам украшений, камушков. Я постараюсь вам показать, если разрешат. Я думаю, скучно не будет. Ходишь, поднимаешься наверх, и там... Вот, Саша меня потом отведет. Ой, Саша меня потом отведет к китайцам. У них здесь свои парикмахерские, столовые, рестораны. В общем, своя жизнь. Вот. Вот это все. Но я сейчас это все снимать не буду. Сейчас мы дойдем до того магазина. А так, ну, рынок. Ну вот, девчонки, это рай. Чего тут только нет. Начиная от резиночек. Цены меньше в два. Это, короче, раза, чем в обычных этих, короче, магазинах. Угу. Вот они упаковками резиночки.
Я в прошлый раз, когда была у Саши, мне очень понравился велосипед брошка. Не знаю, найду я ее сейчас, нет. Ой, тут просто. Мама. А? Сегодня все деньги сегодня тут оставим. Да ладно. Да я все уже, у меня прямо уже. Да. Красотища. О, это вот кольца и зажимы для платков. У нас еще второй, третий этаж есть. Так мы знаем, спасибо. Мы тут не первый раз у вас. Я говорю, рай для девочек. Был бы розовый, я бы себе купила такой. А он зеленый. Ой-ой-ой. Красота. Так. Это всякие заколки. Я-то за камушками пришла. Но поснимать надо хотя бы что-то. А вот они и косички. Всех цветов. Всякие-всякие. Хвосты меховые. Так что, девчонки, будете в Питере? Приезжайте на Сенную площадь. Спросите у кого угодно, вам скажут, как найти этот магазин. Так, а это для чего? Ой, девчонки, представляете, это все ручки шариковые. Обалдеть. Вот девчонкам там в школу. Придешь с такими ручками, весь класс будет в истерике. Так, так, ну это все заколочки, заколочки. Я забыла, где тут цена. Сейчас у Сашки спросить надо. Так, где она тут висела? Вот и всякие тут тоже резинки, заколки. Надо идти дальше. Вон еще ручки всякие. Цены тут оптовые, у меня у Саши еще карта скидок есть здесь. Я каждый раз, когда приезжаю к ней в Питер, мы всегда сюда идем. Кошачий глаз.
Вот жемчуг. Ну вот я что куплю, вам потом скажу, какие цены, потому что тут все эти цены, конечно. Ой, что я не понимаю. Будет опять плохо видно. Вот три браслета. Причем с камушками. По-моему, 280 это розничная, а 185 оптовая. Так, что у нас тут? Это все браслеты всякие. Это ободки. Так, пошли смотреть мои камушки. Может быть, что-нибудь найду. Ну, это все. Ой, до потолка. Так. Тут еще он и для тех, кто с цветом, ну, что-то делает с цветами. Всякие тычинки, всякие штучки. Вот у меня такие были. Не знаю, взять еще что ли розовенькие. Вот это дерево. Ну, это палку уронили. Поэтому они рассыпались все. Этот браслет брала, помнишь? Так. Ну, ладно. Так что-то я не вижу больше камушка. Это стекло крашеное. Цветочки. А, девчонки. Они такие какого-то прям телесного цвета. Так, ладно, сейчас подумаем. У меня чемодан ровно 23 килограмма. Куда я все это складывать буду? Какие интересные. Так. Необычный. Да, что-то камушков-то нету. На силиконовых шнурах. Так, тут опять ручки. Видимо, у них завоз огромный. Грубая очень. Пластик. Оу! Вот эти, короче, бусины тебе не нужны или где? Какие? Знаете, взять и потом, короче, распустить. И там есть... Да я знаю, Саш. Браслеты по 20 рублей с бусинами. Этот самый. Слушай, а вот это вот сколько они стоят? Я не понимаю, что-то забыла я. Типа, ну это там уже... Перед выходом мы опять уйдем и забудем, что хотели. Так, тут сейчас пойдут кольца. Это те черные
спаси и сохрани, начиная, и всякое. $185. Ну, это кто вот любит золото поддельное. Ну, с эмалью кольца. Сколько оно? $150. У меня этих колец. Это кулончики, подвесочки. Так, кольца, кольца. Комплекты. 200. А, нет, а что это? Нет, это... А, ну да, кольца. Целый комплект. $210. Так, серьги. Оптовая цена $180. Ой. О, девчонки. Ой, мои дорогие. Так, ну понятно, тут гвоздики всяческие разные. Я прошлые разы приезжала, когда к Саше, у меня срывало голову. У меня этих колец я напокупала, а их тут всяких-всяких огромная куча. Вон, вон коробок-то сколько, видите? Это все коробки. Вот. А, открыть как-то не лакни, да? Так. Сейчас меня, у меня, конечно, уже так голову не срывает. Но смотреть на все это я люблю. Саша, Саша моя там. Вон она, камуфляж. Кисточки, кисточки, кисялинки тут покупала, серьги кисточками. Так, вот сейчас, девчонки, вот сейчас я, сколько они стоят, что цены нету, не вижу. Кольца-то. Кольца-то. Что-нибудь выбрала? Ты знаешь, нет. Я, наверное, сейчас поснимаю, а потом похожу повнимательнее, посмотрю. Потому что так у меня не получается. Хотя, собственно... Наверное, надо мне еще под жемчуг посмотреть. А, вот этот я ряд еще не проходила же. Это. Наушники, все, что хочешь. Опа! Вот эти вот $180. До канона Алиэкспрессе одни вот эти шапочки стоят столько, сколько эти. Короче говоря, девчонки, тут на любой вкус найдете, кому что надо. И черные. Какие? Весь магазин не могу купить.
маленькая бабочка, и другая, смотри. Так, ну здесь, ну, девчонки, это разглядывать просто невозможно. Каждая. Сейчас мы пройдем туда-сюда. Вот ободки. Сеточка. Серьги. Серьги простые. Оптовые 75. Розничная 115. Ну, о художественной, скажем так, красоте можно, конечно, поспорить, но ведь кому что нравится. Я говорю, тут на любой вкус есть. Я так люблю всяких мух, пчел. И тут 3 этажа, по-моему. Чего тут только нет. Вот заколки для волос. Ну, согласитесь, да, девочки, что тут снимать невозможно все. Да так вот пробежаться, да потом покажу, что я покупала. А так... заколки, заколки, часы. Брелки с часами. $180. Вот у меня тоже часов 5 лежит, я же их не ношу совсем. Вот тоже часы детские по 75 рублей. Так. Здравствуй, Дедушка Мороз. Ну вот это золото все, как я его называю, самоварное. Всякие рыбки, птички. Ой, 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 ой. Серьги с собачками. Вот я делаю уже такие серьги. Почему мне их никто не покупает? У меня они богаче выглядят. Вот тут тоже ободки. С золотишком. Ну, это что, это тоннели в уши, что ли? Ага. Тоннели, пирсинг.
Клипсы. Это серьезно? Да. О, уже ко мне уже на капусту. Или приколить. Какие крупные. Огромные. Ну, я такое не ношу. А вот такие девчонки я сама делала. И у меня ободки, у меня были вообще обалденные ободки. Так и раздарила всем. Так. Ой, ладно. Сейчас. Что у меня там Александра делает? Так, мы пойдем наверх. Да, пойдем, конечно. А что там я забыла? А? Что там я забыла? Там всякие короче, маникюр, педикюр, а третий этаж это, короче, косметика. А ты себе бузу уже выбрала? Все прям? Нет. Вот видите, на ногти клеить. Руки прям, прям рука. Сюда. Тут вся, всякое такое. Наклеивать. Да, это больше, конечно. Ой, простите, девочки. Для маникюра. В общем, всякое, что тут только нет. Так, куда я опять пошла? Так, Сашу я потеряла уже. Вот тут. Маникюрные наборы. Так, ну здесь мне не очень интересно. Но я все-таки похожу, поснимаю. Расчески. Всяческие разные. Инструмент. Бигуди. В общем, короче говоря, девчонки, дурдом. В одном магазине есть все. 128 рублей. Так, ну ладно, сейчас я тут быстренько обойду. Все, лаки. Лаки всякое разное. Чего я даже не знаю, что это. Универсальное средство для удаления шеллака, гель-лака. Видите, тут люди покупают для работы. Гель для снятия всякие разные. Короче, вот всякие ногти. Вот так вот. Вот такие магазины. Господи, я уже куда тут зашла.
Так, сейчас пойдем. Туда еще сходим. Мне-то тут ничего не надо. Исключительно ради вас хожу. Ну, тут ванночки всякие. Ну, это, наверное, интересно только тем, кто этим занимается, конечно, да? Свет хороший. У Дашки такой свет. У Дашки, у Дашеньки. Дашки. Что-то у меня вырвалось. Это уже я уже устала. О, девчонки. Так, это что? Профессионал. Это краска, что ли, для волос? Да. Короче, тут. Я Саша тут покупала такую синюю краску для волос. Она у меня так и лежит. Я тебя нашла. А ты чего себе купила? Шампунь? Хороший? Пробуй. Тут больше для профессионалов, конечно. Я там уже была. Короче говоря, разница большая между розничными ценами и оптовыми. Но если ты набираешь на 1000 рублей, то у тебя, ну, после 1000 рублей у тебя идет, короче говоря, оптовая цена. Ну вот они. Я бы это самое, как его. Вот, а у Саши еще и карта скидок уже несколько, ну, давно уже, много лет. Поэтому дешево получается. Знаешь, реже я покупала. Да. Розинку. Я вот думаю, может быть, это побольше. Прям кейсы такие классные. Хорошие, да? Хорошие. Ну, вот тут всякие вот. Вот такая вот. Какая вся. Нет. Спасибо, нет. Я за бусинами приезжала. Это он дочке ей надо все. Чего? Мне нравится. А что ты с ними не ходишь? А покажи зима. Ага. Ой, господи, сколько всего. Собачки, все. Ничего там тебе такого не надо. Так. Знаешь, я еще брала квачик все и черепами. А, да. Так тут что, Саш? Не, мне нужно в этой. Ты не потеряйся у меня. Ой. Девчонки, короче говоря. Ну вот, 85 рублей, если оптом берете. 108. Краска. Угу. Прям видишь, столько краски, сразу хочется покраситься. Но у меня пока волос мало. Эко-гель для мытья туалета. В общем, тут всяко. Лосьоны. Пойдем там посмотрим. Здравствуйте. Так. Подсказать, что ли? Я для Крыма снимаю, девушка. Блогер из Крыма приехала к вам. А, да? Пожалуйста. Ну, я-то тут не первый раз. Вот лошадиная сила. Да. Господи.
У нас все есть. Так я знаю, вот ты говоришь, тут есть все. Здесь голову сносит. Я-то сейчас уже как-то привыкла, а первый раз, ой, как вспомню. Да, вот разбегались. Там в каждой сфере есть свое. Я столько первый раз. Да? Еле в самолет пустили. Это хорошо. А теперь общем, слишком умные стали, да, уже все. Теперь пустят самолет. Слишком старая. Вот видите. Тут маски для волос. Ой, чего тут только нет. Тут белорусские, московские. Ага. Тоже есть. Сумасшедший магазин. Сумасшедший. Уж вроде не пользуешься на старости лет всем этим. Просто получаешь. Ну чего ты? А ты чего ищешь? Биогель для душа. Это что? Розовое масло для тела. Гидрофлюид для лица. Пена для ванн. Индонезийский скраб. Спа-краб. Маски. Коса до пояса. Ценник реально тоже меньше, короче, половину, чем в магазине даже. Ну, ну да, по 75, по 95. Да, цены тут очень хорошие. Цены очень хорошие. Но я уже все забыла, что видела. А вот масла я тут покупала. Алинка любила все это. Масла эти все я покупала. И вот, 60 рублей. Черноморск, привет. Сколько там стоит, а сколько здесь? 97 рублей. Крема для лица, для ног. Ага. Лампы. Да, девчонки, ничего вы тут, конечно, не увидите и не поймете, потому что снимаю-то я уже, честно говоря, устала. Крем для рук, акулий жир и полынь. Скрабы. Батюшки, крымское натуральное масло. И сюда приехала. Чего тебе еще надо? Гель для кожи от отеков и темных кругов под глазами. Ясно? 200 рублей. Ой, в общем, короче говоря, наверное, хватит уже снимать. Это очень длинное видео будет и бестолковое, потому что не понять ничего. Цен. Это тоже масла. Это тоже масла. Всякие. Шелковое мыло для тела и волос. Так, теперь, наверное, уже... Да, это же такая бутылка, таких больших. Тоже что-то провешивала. Шампунь, крем профессиональный. Нафига? Это сколько тут литров? 520 рублей. Канистра шампуня. Там с медведем очень хорошая. Так, ладно, мои дорогие. Все? Спасибо, девочки. Все, придем. Всякие биоплацентные маски для лица с акульими жирами. По 33 рубля. В общем, короче говоря, ну, тоже всякое. Пластыри на гелевой основе для проблемной кожи. Какие-то, Сашка, тут полоски. Дети. Питательный крем для рук. Йогуртовая маска. В общем, всякие маски.
Маски, маски, маски. Чего тут только нету. Педикюрные носочки. Омолаживающие маски, распаривающие. В общем, короче говоря, это уже тут на выходе. Вот. Так. В общем, короче говоря, все, хватит. Все, мои хорошие, пока. Да, Прашкин двор, конечно, выглядит изнутри совсем не презентабельно. А еще вот эта погода, грязища, кошмар. Какие шапки висят вообще. Что-то прям устали, как собаки по магазину проходившие. А вот там сигареты рядом, вон с шапками видно, продают. Это турецкие сигареты. Контрабанда. И ими тут торгуют везде. Даже продают, Сань, как он забыла, называется? Насвай. Вот этот наркотик, не наркотик, который жуют в Азии. Видите, какое все страшное. Чего? Рубай.